Приветствую всех любителей вкусного аромата кофе. И сегодня у меня в руках находится такая отличная турка индийского производства. Турка изготовлена полностью из латуни. Часто нас люди интересуются качеством ее изготовления. Могу вас уверить, что качество у нее довольно-таки приличное. Но все же есть некоторые нюансы. Во-первых, так как эта турочка изготовлена полностью вручную, двух их идентичных не существует. Могут отличаться существенно узорчики, потому что они все нанесены вручную. И также места некоторых соединений. Она не идеальная, я вам повторюсь сразу. Но тем не менее заслуживает вашего уважения. Ну и пару слов о технических ее особенностях. Ручка в турочке является съемной. Вот так вот она на таком соединении. И при желании для транспортировки вы можете ее вот так вот транспортировать. Меньше намного занимает места. Теперь пару слов о ее внутренностях. Внутренности, значит, у нее довольно-таки гладкие. И она обладает такой еще крышкой. Зачем нужна крышка? Во-первых, она соблюдает аромат кофе, не позволяет ему существенно быстро остывать. Ну и при процессе закипания кофе не будет выливаться через вот эти вот внешние рамки. Значит, здесь также есть такая вот дырочка, которая позволяет спускать пар, когда кофе закипает или водичка. Ну и оборудование такой леечкой удобной, то есть можно взять за ручку и так налить кофе. Что еще хочется сказать? Во-первых, изделие очень такое оригинальное, не похоже на турки российского производства, которые обладают, тоже они красивые, но тем не менее у нее есть какой-то особый изыск и шик. Кому эта вещь нравится, я рекомендую обращаться в наш интернет-магазин, у нас большой выбор турок, в том числе и вот таких вот индийского производства. Конкретно данная модель присутствует в серебряном цвете и золотистом. Мне же больше импонирует серебряный. Кому нравится золотистый, пожалуйста, делайте свой выбор. Спасибо вам за внимание.